Я думаю, история начинается так же, как и у всех. Просто искали работу. Я, в принципе, люблю творчество. Всегда люблю выступать на сцене. Мне это близко. Поэтому я не думаю, вступил в отряд. Я считаю, упорный труд, целеустремленность каждого из нас. Задолго до отъезда еще поставили все цели. Я и знаю в этом году. Каждый из нас с огнем в глазах шел к этому. Но я считаю, результат оправдал наши ожидания. Для отрядов это самая престижная награда, за что ты бился не только, получается, 2 месяца самого подготовительного периода. Занимались мы, получается, благоустройством Чаендинского нефтегазового месторождения, объект трубопровод силы Сибири. Было приблизительно 1400 человек, это 100 отрядов с разных регионов России. Студенческий строительный отряд «Ермак» получил знамя Всероссийской студенческой стройки «Север».